Более чем плодотворно, потому что были достигнуты договоренности по ближайшей работе, по реализации автоматизации продаж билетов. Для того, чтобы покупка билетов стала максимально удобной и быстрой, и для того, чтобы болельщикам просто было комфортно и удобно покупать билеты и приходить на стадион. Станет доступна продажа билетов онлайн, то есть на сайте футбольного клуба «Армавир» можно будет купить и абонементы, и билеты. Теперь идти в кассу для того, чтобы попасть на стадион, совершенно не обязательно. То есть можно просто купить билет дома, распечатать его дома на принтере или вообще не печатая, прийти с билетом в мобильном телефоне или мобильном устройстве, планшете и показать на входе. То есть это значительно сэкономит время болельщиков для того, чтобы попасть на стадион. С точки зрения своего географического расположения, Армавир оказался достаточно интересным городом, достаточно для того, чтобы считать его стратегически важным объектом именно для продажи билетов на мероприятия именно в близлежащие города, такие как Ростов, Краснодар, Сочи, Ставрополь и Синдуки. Как оказалось, много зрителей, много местных жителей ездят на крупные события именно в эти города, и есть потребность в том, чтобы купить билет именно здесь, на месте, и опять-таки сделать покупку билета и поездку на концерт максимально быстрой, удобной, комфортной, в том плане, чтобы не тратить дополнительное время именно на покупку билета, на поиски, распечатки и так далее.